Ну что ж, перед тем, как мы объявим о том, что произойдет небольшой антракт-перерыв, мы сыграем заключительное произведение в нашем первом отделении нашего концерта. Это в любом случае будет русскоязычный рок-н-ролл. Когда-то давно мне довелось, посчастливилось играть и даже петь в народной группе «Браво». И ту композицию, которую мы сейчас исполним, она называется «Есть Наташа в зале?» Она называется «Наташа». И услышать мое исполнение в рамках, значит, «Браво», ее можно на, значит, выходил такой сборник группы «Браво», он назывался «Песни разных лет». Вот там она есть. Ну, если кто не поленится, залезет в интернет, можно откопать эту песню. Так вот, когда спрашивают в интервью, возможно ли рок-н-ролл на русском, я обычно говорю, с одной стороны, нет. Корнями музыка уходит не в наш континент, и слава богу, у нас свое есть, и у каждого, естественно. Но дело в том, что в любом правиле есть исключение, и как раз все-таки в какой-то степени рок-н-ролл по-русски еще как возможен. Сегодня мы это вам еще покажем во втором отделении. Но эта песня будет доказательством номер один. Итак, песня, название «Наташа». Сердце орет.